Почти 70% казахстанских мужчин считают заботу о детях исключительно материнской обязанностью. Только в одной из четырех семей мужчины в равной степени участвуют в уходе за детьми. Такие результаты исследования привели в фонде ООН в области народонаселения. Их озвучили сегодня на 8-м республиканском форуме отцов. Обсуждали на полях форума также темы гендерного равенства и бытового насилия. По словам экспертов, каждый четвертый респондент мужчина в Казахстане не согласен с тем, что женщины и мужчины должны иметь равные права. При этом 83% опрошенных женщин выступают за равноправие и в семье, и в обществе. Между тем, в Союзе отцов считают, в Казахстане не выстроена работа с агрессорами, от которых страдает, как правило, не только женщина-мать, но и дети. Мы с полицией, то есть и с МВД, работаем в этом тесно. Я сам несколько раз бывал в ИВС, с агрессорами мы работали. Здесь я могу сказать одну очень важную вещь. Бывая в ИВС, я заметил, что, к сожалению, там с этими людьми не работают. Или работают недостаточно. Просто элементарно посмотрите, чем они занимаются, эти же 5 дней, 10 дней суток, которых посадили. Есть ли у них литература, к примеру, по отцовству? Есть ли у них какие-то фильмы, которые можно посмотреть? Есть ли там психологи, мужчины? Нужно понимать, что равноправие в семье в части ухода за детьми и домашние обязанности – это универсальные нормы не только для стран Запада, например, это стандарты всего человечества. Конечно, мы берем в учет местные традиции, менталитет. Быть отцами не только на словах и в документах, но и на деле. К этому мы ведем казахстанских мужчин.